Женщина состояла на учете с рядом хронических болезней. Среди них артериальная гипертензия, синдром Паркинсона, ишемическая болезнь сердца и хронический бронхит. С 1 апреля состояние женщины ухудшилось. Развивалась сердечно-легочная недостаточность. Его усугубляли полиаргонная патология и постоянное лежачее положение. После вскрытия врачи установили наличие вируса. Отметим, число контактных лиц с ранее умершим мужчиной 216 человек. В настоящее время пациенты с подтвержденным диагнозом КВИ изолированы и получают лечение в стационарах области, а также в городе Нур-Султан, инфекционное отделение городской больницы номер 3. На сегодняшний день в стационарах области находится 372 пациента.